Это кошечка, да? Да, девочка. Вот у нее шея такая проблемная. Нельзя. Люди, нельзя. Они ее не трогают, да? Они, видно, чувствуют, что она вот маленькая, больная. Но она была нормально, да? Нормально, вот кот. Какой-то кот пришел. Кот чужой, лазят коты. Не трогай. Они подбивают котов за ватки, чтобы те коты бежали, играют, в догонялки играют. Любит собачек. Собачки я тоже любят. Не трогай. Рокси. Рокси, не трогай. Вот. Шея у нее, конечно, такая. Но это уже на всю жизнь шея такая. Но я думаю, что она перерастет. Нет, да? не на всю. Ее надо капать. Я думаю, что перерастет. Она очень хорошо ей работает. Она работает. Не трогай. Не трогай ее. А ты, она сейчас будет ее специально подкидывать. Смотри, носом. Подкидываем, ну, чтоб она бежала. И играют в догонялки. Догонялки, да? Вот этим носом, да, вот этим. Догонялки. Вот это у них такая маленькая. Вот такая кошечка. Догонялки. Очень симпатичная.